Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории, увидеть не хотите ли? Веселые истории, экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Вера Лаш». Ребята, чего вы здесь ковыряетесь? Сегодня у Сережи Ковалева день рождения. Айда за мной. Ира, ты за подарком. Ты, Ира, за тортом. А мы с вами, ребята, будем устраивать праздник. Ура! Тетя, а можно я у вас возьму конфетки, а денежку отдам потом? Не, нельзя, нельзя так, нельзя. Можно я возьму у вас конфетки? Ну, пожалуйста, у меня сегодня у друга день рождения, но ему очень нужны конфетки. Палка, огуречек получился человечек. Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-п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 ам. Сережа молодец. Серега, желаю тебе, чтобы твой лифт больше никогда не ломался. И чтобы ты стал одним из членов жюри из Voice. Сережа, а я тебе желаю, чтобы ты наконец научился бить с правой. Сереня, а я тебе желаю, чтобы твой рис всегда был идеальный, а кофе было всегда с одной ложкой сахара. Сережа, а я тебе желаю, чтобы ты наконец-таки открыл частичку меньше атома и стал успешным и знаменитым. Серж, а я тебе желаю, чтобы у тебя все было в зеленых цветах, и чтобы когда ты ездил смотреть на звезды, никогда не шел дождь. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Златка, как у тебя дядю зовут? Ты Оле говори, повернись и Оле говори. А какой он у тебя? Расскажи, какой. А раньше какой он? Это раньше он был такой у тебя, да? А сейчас какой он у тебя? А как ты его любишь?